В последнее время много говорят о необходимости восстановления подмосковных усадеб. В регионе реализуется программа губернатора «Усадьбы Подмосковья». Но в нее, к сожалению, вошли не все памятники архитектуры и истории. Так программа не коснулась усадьбы Тимохова-Саласкина, расположенной в черте города Видное. Но нашлись инвесторы, которые взяли на себя ее реставрацию. Как относятся к этому горожане и какой хотят видеть местную достопримечательность? Об этом наша традиционная рубрика «Блиц-опрос». Нужно обязательно восстанавливать усадьбу в черте города, потому что это историческое наследие не только наше, но и наших детей. Я коренной житель нашего города и знаю, что есть здесь Тимоховская усадьба, но очень расстроена тем, что она находится в упадочном состоянии, поэтому я очень к этому хорошо отношусь. Хотелось бы видеть там большую зону зеленую, чтобы могли приходить наши дети гулять там, чтобы она была благоустроена, чтобы, возможно, там открыли какой-либо музей. Если там будет располагаться музей, то это будет просто замечательно. Я за, если это исторический памятник. Отношусь я к этому положительно, наверное, так же, как и все жители нашего города. А что было? Ну, наверное, какую-нибудь зону отдыха, где бы могли родители с детьми гулять, прохаживаться, парочки молодые гулять. Так что вот так вот. Если это будет место для общественных мероприятий, именно для культурно-исторических, музейных, особенно вот что касается подрастающего поколения, я думаю, это, в общем-то, самая оптимальная, хорошая идея. Это нужно. Все, что реставрируется, это все нужно. Это, я считаю, полезное дело, да. То есть я только за. История наша, скажите, почему не восстановить? Слышала, что на территории усадьбы Саласкина будет организован музей военно-патриотический. Это будет очень здорово. Это же новое поколение должно знать, воспитываться в духе патриотизма. Вообще будет шикарно, если там, в музее, значит, усадьбы Саласкина, будет военно-патриотический вот этот музей. Потому что дети, в общем-то, не знают. Наши дети должны знать нашу историю, должны знать про войну все. У нас у всех есть погибшие в этой войне. У меня дедушка погиб в этой войне. Так что обязательно нужно. И с детства нужно развивать патриотизм у наших детей. Вообще-то я за. Вот когда что-то восстанавливают, разрушенные, я за. Я не против вот этого. Пусть, чтобы что было, то пусть остается. Потому что людям все равно это все в радость идет. Ну, что там будет? Ну, все равно это плохое-то, все равно же ничего не будет. Красота-то ведь будет, правда? Людям-то надо любоваться чем-то. Не машинами же вот этими, что вообще ничего не стало. Да вот где на обочине где-нибудь помойки это лежат. Пусть красотой люди любуются, пусть восстанавливают. Я за.